4, 2 или 3. Я эту провидицу прокачал, а сам не посмотрел, кто там будет идти. Золото отдал только. Так, сосуд души. Раз, два, три, четыре. Здесь у нас 4. Здесь у нас 5. Стой. Так, всего лишь 6. То есть в прошлый раз было 8. Неожиданно так. Сейчас 6. А ночь 13. Очень странно. Так, то здесь у нас вообще никто не нападает. Это прям хорошо. То есть они будут идти все особо с ним. Хотя, может быть, пойдут. Мани их не видно. Здесь этих первых видно. Дальше это не видно, конечно. Потом в дальнейшем, возможно, я смогу вообще вот этот туман как-то тоже через... Ну, я хотя, наверное, через знамение. Чтобы туман был всегда рассеян, и я видел, какое количество, откуда будет идти. Может, такого не будет. Так, в любом случае, наверное, маг тогда первый сразу идет вниз. А ману не жалею. Далеко скорости у нас нет. У тебя есть скорость? И скорость. В принципе, хорошо так потихоньку проходит, всех сносит. Так, здесь уже не получится. И, в принципе, да, не получится. Так, лучник 3. Опасно, конечно, но что поделать. Так, это здоровяк. У нас есть цепной удар по диагонали. Он здесь особо не нужен. Вот так будем расстреливать. Это, наверное, мы остановим просто. Пока вот добивать не будем. Ну ладно, это убьет первая лучница. Так, не пойму, где это стоит. А, это он и есть. Я думал, кто-то сверху еще стоит. Тентакли. Обращенный. Так, 1700. Этот помрет. Может, прямо сейчас же урон сделать. Правда, на 2 хода. То есть этот и следующий. Маловато. Пока убираем этих. Этого, наверное, мы останавливаем. Элитный здоровяк. Так, тебе надо пробивать так, да? Я, походу, тоже. Можешь, конечно, побегать туда-сюда, потом по нему краски нанести урон. Так, этого по-любому надо замедлять. Тут еще снизу сколько народу. И сюда прям надо кинуть огонь. Конечно, снизится в конце. Так, значит, этого мы замедляем. У него зеркальный. Так, этого пытаемся тогда, наверное, побегать и бить. Сот 80.
Но в принципе, это что у нас делается? Заряд потом по прямой стреляется. Просто отойдем. В принципе, на этом месте. Нет, надо будет чуть-чуть отойти. А может, мы его убьем вообще? Да, так намного проще. Так, теперь этот по нам не попадает. Хотя тут выйдут другие. Так, это что будет делать? Того травить дальше. Либо нанести урон неплохой. Думаю, так будет лучше. Правда, теперь он по нам попадается. Ладно, очки действия есть. Отойдем. Так, поэтому не попадает. Это может стоять на месте. Огонь пульнуть куда-то можно. Не дотягиваем. Так, сделаем броню. Так, я совсем пройти забыл. Ну ладно, кто-нибудь подойдет. Так, здесь их много. 4. Так, это у нас лучник 4, у него 89. Как бы не очень, конечно. В целом здесь их-то не так много. Так, хорошо, это с этим справится. С двумя, конечно, он не справится. Если рядом кто-то будет еще, в принципе, тот сможет свои очки на него накинуть. В принципе, тогда он справится со второй. Если у них, конечно, по 40. Может быть, если их меньше, у них по 50 сейчас будет хп. Вполне может быть. Потому что как бы на уменьшение вряд ли бы пошло. Просто так. Так, одного надо. Или пока молнию кинуть. Так, отсечение, кстати, работает. И отлично. Так, все, очки действия все потратили. Ну, собственно, бежим сюда. Так, это у нас второй, у которого хорошая цепь. Есть обзор. Так, и поэтому не можем промазать пару раз тогда, на всякий случай. Так, ну, вполне хорошо. Оставаться здесь, конечно, опасно. И здесь, в принципе, можно остаться. Посмотрим. Мне кажется, все-таки у них будет по 50 здоровья. Поэтому придется тратить 10 очков действия только на одну. Ладно, что-нибудь придумаем. Так, дальше. Лучник, собственно. Ну, собственно, просто стоит. Эти походили. Так, кто до нас добегает? Лучник. Так, ну лучника тогда нам придется убирать. Цепь огня делать. Как бы да.
чтобы не было проблем. Проблемы будут все равно. Ясно. Так, еще раз. 28%, что он промахнется. Конечно, плохо. Ну, повезет, не повезет. Повезло. Так, хорошо. В принципе, все остаются на своих местах. От этого, я думаю, все-таки, наверное, можешь подальше куда-то его отвезти. Чуть-чуть. Тел лучников здесь много. Да, по 50. То есть их чаш стало меньше, а здоровья у них стало больше. Так, хотя раньше у них было сколько? 48 штук. То есть, грубо говоря, 320 хп. А ну теперь... А теперь 300. В принципе, стало поменьше. Ну, если общее количество, конечно, хп учитывать. Так-то, конечно, сложнее все-таки пробить. 5 раз. Но эти справятся. Так, следопыт. Следопыт. Маг. По-любому надо мага убирать, потому что он бафает на урон плюс 50. Мага прям в любом случае надо убирать. Осечки действия плюс 1. Так, ну следопыта тоже надо было бы. А этот здесь кто у нас? Здесь маг. Так, а этому, в принципе, хватит. Так, хорошо. Кого-нибудь убить не получится. Можно было, конечно, не, урон мы на потом оставим. Как-то поэтому вряд ли этот может увернуться еще. А, получится. Хорошо. В принципе, нанесли урон хороший. Так, будем стоять здесь. Не знаю, что с нами случится, не случится. Можем, конечно, себя ускорить. Так, здесь-то, наверное, ближайшего. Оба следопыта. Так, от этого надо отходить. Низкая метка, сказать, у него. Ну, дальность 1-2. Там меткость не сработает, по-моему. По-моему. Это и атакой труднее попасть, значение уклонения цели. А, нет, здесь все равно, то есть даже вблизи будет все равно x2. Так, а у тебя точность 15, а у меня уворот 36. То есть, в принципе, дальняя атака он по мне попасть не может. Не, ну как не может? Просто мое уклонение будет 80. Нет, у него 15 получается, то есть у меня будет 25, 50 будет. 50% шанс уклониться. 1-4, ой, 3-4. Так, 3-4, то есть ты подступишь сюда, 3-4, 3-4 нам надо стоять где-то здесь. Так, а дальше, по-моему, нам, в принципе, здесь лучник туда добежит. 5 раз стукнет. Маг, в принципе, здесь уже не нужен. Маг пойдет вниз. Ну, пока пойдет сюда. Так, вот это надо еще. Так, у нас это у нас воин. Оглушение. 1-3.
можно здесь стоять. Может, получится туда добежать, что-то сделать. Так, этот, наверное, будет бить сейчас вот в эту сторону. Хотя мага-молнию прикольно было бы запустить. Ладно, придется этим. Либо вторым. Второй у нас уже походил. Так, в любом случае сюда кидаем. Здесь они прям прут и прут. Так, а силу я еще не использовал. Ладно, пока и не надо. Так, я думаю, туда пойдет. Так, ну хорошо. Так, здесь у нас, в принципе, два персонажа. Так, а я забыл, что именно вообще вот это надо было бы снести. Займется этим тогда лучник или маг. Нет, маг не успеет. Тогда займется лучник. А, у тебя нет. Так, так, кидаем на тебя тогда. Урон. Мешается. А вот этот заслон. Мы его сейчас уберем. Его мы уберем. Так, этого можно не трогать. Которого 8000. Так, вот этого надо убрать. Не туда. Этого мы убираем. Так, второй здоровяк, в принципе, послабее. Его можно будет... Так, мы сможем бежать. В принципе, еще скорость перемещения есть. И так, смысла. Смысла в этом нет. Тогда можно просто этого убить. 320 надо. Так, отходим куда-то сюда. Так, маг. Молния. Диагонали нет. Смысла в этом нет. Так, я думаю, надо вот этих убрать. В принципе, здесь баллисты помогут. Мы не убьем. Так, замедлить-то, конечно, его надо бы. В принципе, убьем. Ну, в принципе, вот этого убьем. Остаемся где-то здесь. Так, секунду. Продолжаем. Так, на чем мы остановились? Так, это ходили. Так, этого бить смысла нет. Этих бить смысл есть. Пару раз. В принципе, ладно, не добежит до нас. Там кто-то добегает. Так, мы можем, в принципе, потратить. Сюда, если выстрелить, это сможет куда-то спрятаться. Только от кого? От мясоруба. От мясоруба он не спрячется. Мясоруб ударит так, как ему нужно. Вот если только влево отойти, здесь будет безопаснее.
И опять же, если он сюда подойдет, меня рубанет. Так, хорошо. Безопасности пока что нет. Наверное, используем очки действия. Так, сначала используем. Или на него. А это сможет кинуть. В принципе. Так, не получится. Просто мне кажется, я до него не дотянусь. Ну, допустим, подойдем. Так, а у этого? А, у него 3 очка перемещения. Нам просто мешают. Ну тогда можно здесь пробить. Это спокойно отойдет. Ну так будет побезопасней. Так, тогда ничего здесь не тратим. Так, еще есть два... А, мы вообще яд могли на него кинуть. И вообще не париться. Это вообще погибает. Так, хорошо. А дальше, дальше. Эти походили, походили. Этот походил. Собственно, это может сюда пробраться и уничтожить. Скорее всего, так будет поступать. Точнее, не уничтожить, потушить. Так, теперь, наверное, надо избавиться от лучника. Стоим, наверное, здесь. Ничего больше применять не будем. Так, это будет эту территорию защищать. Так, эти двое. Так, что нам с этим делать? Добежать 9. 4 останется. Еще плюс 3. В принципе, убежать сможем. Два этих использовать. В принципе, да. В принципе, должен справиться. Отбегаем сюда. Посмотрим, что сможет сделать лучник. Так, это кидать сюда нельзя, потому что потом на нас может перейти. Либо отойти. Так, если мы отойдем, мы потеряем меткость. Но в этих точно кидать нельзя. В этих можно одну запульнуть. Отходить в любом случае придется. Так, теперь, наверное, если у нас 376. Про здесь практически всех убиваем. Просто я думаю, урон делать себе или не делать. В принципе, делать не обязательно. Так, элитный обращенный. Его надо замедлить. В любом случае. Так, этого мы можем так убить. Но если он отойдет, придется делать. Ну и, собственно, либо в этого, либо... Так, ну если мы в этого, то он пойдет наверх и все. Отсюда, если он пойдет вниз, то он может вернуться сюда. Если пойдет сюда и вниз, то будет хорошо. Значит, надо начинать лучше с конца. Если может сюда пойти. Здесь никуда не пойдет. Так, ну ладно, как повезет, не повезет.
либо в центр, чтобы точно быть уверенным, что хотя бы четырех зацепит. Ладно, как повезет. Повезло. Пошло именно сюда, а не сначала вниз, потом наверх. Так этого можно дорастрелять, в принципе, кстати, вот так. 800. 800. Лучше этого. Поэтому хороший урон отсечения, расчетливость. Урон хороший, но мы промазали. 41%. Так, я думаю, убегаем. Просто прячемся. Так, это ничего не сделает. Этот может, кстати, сюда подойти и ударить нас. И снесет нам всю броню, еще хп зацепит. Нам придется два раза куда-то отходить. Так, с этими что будем делать? Ну, огонь, наверное, вниз кидаем. Делаем на себя урон. Там уж как пойдет. В принципе, хорошо всех раскидали. Так, теперь можно, в принципе, и по этим. Диагонали у нас нету. Так, что еще осталось? Будем по этим стрелять. Два. Так, этих мы всех убрали, духов. Они больше нам не мешают. Так, ты стоишь на месте. Ты как бы и стой на месте. Можно, конечно, еще яда на нее накидать. Будет все травиться, травиться, травиться. Либо же лучше все-таки вот здесь лучников поубивать. Тогда надо сойти. Хотя нет. Давайте попробуем лучников поубивать. Или молнию. Так, молнию сюда хорошо. Молния у нас теперь 99%. В принципе, хорошо пройдет по 12. Вполне хорошо. Очистили прям очень хорошо. Теперь этого мы сможем добить. Так, этого хорошо бьем. Отсечение 456. Расчетливость, особые черты, это что он здоровый. Сопротивление минус, блок минус. В принципе, блок уже очень маленький. Значит, надо его убивать. Оглушение. Так, ладно, ставим на потом. Так, здесь у нас меткости нету, поэтому можно перемещаться. Так, теперь надо туда огонь запульнуть. Так, лучник третий, 97%. Так, это здоровяк, это здоровяк. В принципе, они не перемещаются. Пока что. Так, ну одного и второго убьем. Так, здесь у нас обзора нету. Я думаю, на этого будем просто яд накидывать. Здесь пока делать нечего.
Вниз мы не пойдем. Вниз это может пойти. Прям много-много яда нам не особо нужно. На него накидывать. Полезнее будет побегать и выстрелить в него хорошенько. Два раза. Так, либо шанс крита у нас какой 21. Либо один слабый урон, либо два раза по половине. То есть немножко пробежали, ударили с надеждой на крит. Потом еще побежали, пробежали и ударили. Так, первый раз мы только броню снимем. Он сделает максимальный урон. Так, а кто это ходит? Скоблец. Его-то я не заметил. Так, ну перемещаться, чтобы его убить, не очень хочется. Так, 2000 можем снести. У него броня вся восстановится, правда. В этом как бы минус. Рит не такой большой. Да ладно. То второй раз можем пробить получше. Так, а я, наверное, просто на скоблеца кинем. Он до нас не добежал. Так, это у нас третий. Можно, в принципе, огонь кинуть. А, у него этот зеркальный. Хорошо, три яда. Так, этот будет стоять где-то примерно здесь. Вдали от лучников. Или, может, здесь что-то успеем? Так, у нас у второго мага копится дальность навыков. Так, можно ману потратить, троих убить. Либо по этим нанести урон. 200. Либо так. Так, не очень. Давайте, наверное, вот этих подобьем. В принципе, этого убьем полностью. Но этого меньше будет урона. Либо этих троих. Троих. Так, ну и ладно. Здесь эти уже походили. Ну, ладно, паник пока сильно не растет. Поэтому сейчас должны эти все расстрелять ближайшие. Можем, конечно, этому дать очки действия. Так, а это сможет молнию запульнуть. Да, наверное, так и сделаем. Сразу по всем. Так, ну а здесь тоже у нас 5 штук, что можно использовать. Что копить-то теперь? А мы подойти не можем. Все, так, безопасней. Так, а здесь, наверное, лучше поэтому будет. До этого мы не дотягиваем. Пока у него брони нету. 1900. Так, и теперь можно вот так еще. 777. Так, все с критами. У тебя у него стоит этот хулиган.
Так, ну возьмем тогда еще очки действия. Так, шанс крита 79%. Можно было бы еще отсечение взять. Ладно, это, наверное, уже лишнее. Все хорошо. В принципе, два раза... А, ну ему яд нанесется 216 плюс 267. В принципе, умрет. Так, ладно. В принципе, зеркально не так опасно. То есть 46. Оно нанеслось меньше, тем более у нас блок, да? А вот блок небольшой есть. Так, хорошо. С этими справились. Где еще один у нас? Так, это, в принципе, ждет. Все ждут. Справа много вылезло. Так, ну может паника, конечно. Первый уровень-то и получим. Так, ну собственно диагонали у нас нету, к сожалению. Так, можно вот этим, может быть, что-то сделать. Здесь не очень. Так, хорошо. Яд, огонь. Огонь здесь прям не подходит. Так, стоять на месте нам не обязательно. Так, первый до убийства у нас есть. Ну, если кританем. У нас 85%. Естественно, кританем. Так, тогда. Очереди всех расстреливаем. Сюда можно огонь кинуть. В принципе, сюда. Как бы как-то неожиданно, но в принципе это четвертый самый, который я считаю, что такой отстойный. Вполне справляется. 89. Вполне себе. Можно еще этого отравить. Так, мы больше ничего делать не будем. Так, этот лучник будет с этими бороться. Урона прям хороший. Расчетливость. Отсечение. Так, а здесь у нас, по идее, у него дебаф на очки перемещения и яд. По идее, расчетливость-то должна быть больше. А, нет, это у нас... Это другой у нас. Хулиган действует на шанс крита. Чем больше. Всяких дебафов. Здесь это особо не влияет. В принципе, второй, кстати, самый такой лучший по урону идет. Даже лучше первого. У первого очки действия хорошо, у этого мало. У него зато много-много всяких, много целей. Цепной удар хороший. Так, вот здесь урон хороший, итоговый. 608. Особые черты. Так, ну, пару раз сюда. Надо двигаться с места. А, у него есть обзор. Третий глаз. Так, элитный обращенный. Этого надо замедлить. А он у него так... Ну, это пока что нужно. Пусть будет так. Так, а теперь мы этого не видим. Так, мы сюда подойдем. По этим двум мы попадем. В любом случае получим обзор. Сможем в этого стрелять много-много раз. В принципе, у него три раза достаточно.
промазать мы не можем. Да, три раза 1500-1600 там с чем-то снесем. Так, а у этого в чем проблема? Почему урон занижается? Сопротивление урона 70. Так, а маг у нас, в принципе, недалеко. Так, у него зеркальный. Так, ну молнию, наверное, сюда запускаем. Так, диагональ есть. Это плохо. Надо, наверное, кого-то убрать. И, в принципе, ладно, как пойдет. Так, этих оставим на потом. Или пока его не трогать. Что он делает? Заряд, иммунитет. Бьет прямой. Видимо, пока его трогать не будем. Поэтому что-то еще можем нанести. Так, ну стоим на месте, но никуда не двигаемся. Так, здесь у нас толпа понабежала. Так, у нас третий. А первый у нас еще одиночка. И ну один бы здесь он как-то так себе. Так себе бы справился. Этого мы убьем, нам надо в того стрелять. Так, молния. Особо некуда кидать. Этого убьем. Если пойдет сюда, то здесь и останется. Так, ладно. Тогда просто расстреливаем. А, это союзник. Урс выглядит на врага. Так, ну в любом случае придется, наверное, отходить. Хотя можно по этим. Сюда можно и огонь кинуть. Было прям не очень. Ладно, придется как-то так. Так, хорошо, это один, в принципе, здесь справился. У нас четвертый ход. Пускай тогда стоит где-то здесь. От него все должны отойти подальше. Так, у этого по диагонали бьет. Это у нас третий. Так, на месте стоять ему желательно, конечно. Придется... отойти. Так, наверное, пускай он здесь стоит. Дистанцию там сейчас мы хотя бы клеточек 5 наберем. Хотя можно будет, в принципе, и в 10, потом на следующий ход он просто отойдет. Так, это пойдет вниз, потому что отсюда слишком много приходит.
Так, надо их рассоединить. Нет, так, наверное, лучше не будем делать. Это должно убить. Так, но ему все равно желательно отбежать отсюда. Так что у нас остался. Этот пусть здесь стоит. Такой-то два. Два. Хорошо было бы так, наверное, всечь. На 1000 с чем-то. Так, 324. Если мы побегаем, потом не убежим, он по нам хорошо ударит. У него заряда нету. В принципе, он еще ничего толком сделать-то и не сможет. Так, ладно, ладно, 1500. В принципе, урон не такой уж прям колоссальный. За разгон 930. 1037. Не, мы сможем, просто здесь другие выбегут. Вот этот у нас еще стоит здесь. Ладно, не будем. Просто так ударим. А, вообще промазали. Прекрасно. 22%. Я за этим не следил. Так, тогда отравим. Этого пытаемся убить. Так, мы просто отходим. В принципе, все походили. Так, работает. Они обычно здесь выходят и здесь выходят. То есть здесь они выйти не должны. Да, дистанция с этим. А, это тоже стоит в радиусе. Ладно, пускай так все остается. Так, все им походили. Так, хорошо. Этому, значит, надо отойти. Типа, он может сразу отойти. Ничего страшного. Так, второй должен отойти. На пару шагов. Так, а этому с места пока двигаться нежелательно. Диагональ есть. Этого тоже может убить. Точно убьет. Если мы в этого стрельнем, обратно уже не вернется. Так, ладно, отходим. процент. Так, а у этих тоже 42. Один, 42. Так, ну либо 21, потому что мы просто по нему не можем попасть. Вот 42. Да, то есть когда он дальше находится, у нас не считывается. А здесь уже 42. Так, это у нас... А почему вообще? Меткость 20. У него 41. А, ну и множитель. Все хорошо. Так, бить все равно надо.
Либо его просто замедляем. Наверное, да. С разгона бить смысла нет. Так, ну и пока просто отступай. А нет, у нас еще один выстрел есть. Еще есть огонь. Диагональный. Так, поэтому промазать мы не можем. Так, там мы встали плохо, да? Куда бьет. Здесь тоже будет плохо. А нет, все, 20. Плюс 20 урона. Так, теперь с места тогда сносим огнем, наверное. Если не крит, то она вернется. Так, промазать не можем. Промазать не можем. Не можем. А того не убили. Так, почему отсюда? Мешает. Все правильно. Так, ну копейщика надо убивать. У них... А, ну в принципе нет, у них уклон небольшой. Это, видимо, эти нам, эти, вот эти благодетели, они же кидают, да? А им блок кидают. Вот эти уклон кидают. А, да, вот плюс 25% уклонения. Это обращенные нам, короче, мешаются. Ладно, это уже ничего не сделает, это тоже ничего не сделает. Это стоит. И так, у него еще много очков действия. Так, пока что 20. Просто травим лучников. Кого-нибудь. Так, молния можно, можно пульнуть. Диагонали нет. А у этого есть. Так, у нас, кстати, пехота, у нас этих очков действий теперь много. Это, конечно, не очень хорошо. Два очка действия тратим. В принципе, практически ни на что. Так, этих траваним просто. А просто так.
Так, с этими нам что делать? 559. Расчетливость. Так, у этого тоже хулигана нету. У этого нет хулигана, у этого есть. Поэтому надо идти туда. В любом случае. Ну, как-нибудь так. Но если повезет, а если не повезет... Надежней. Так, хорошо. Перемещение можно использовать. Перекопить их смысла нету. Здесь уже ничего не сделаем. Так, здесь огонь, наверное, пойдет. Так, надо стоять на месте. Диагональность есть. Она, наверное, видимо, туда куда-то уйдет. Так, а вот теперь, если мы ударим по этому, он нас умрет, хорошо. Потом этот получит урон. Мы это, правда, тоже получим. Потом между ними будет перескакивать, пока не умрет здоровяк. Теперь, так. Так вот, можно было бы, кстати, тоже по тебе нанести урон. А у него еще 23. У него хорошее уклонение на один ход. Пускай будет от... Да не так. А, иммунитет. Иммунитет. Так, вот с этим я просто раньше не сталкивался. Ясно. Так, а то есть он тогда может перемещаться. Это очень нехорошо. Тогда мы попробуем тебя снести. Клон нам никак не понизить. Мы даже не можем дебаф в него повесить. Так, а кто иммунитет делает? Ты сам? Он на себя призыв. То есть будет бить. Но единственное, ему снять много-много хп. Ой, самое лучшее. Так, у нас тоже есть иммунитет. Можно на кого-нибудь повесить, но смысла от этого не будет. Тоже шанс у клона есть большой. Чего-либо с нельзя уклониться у нас нету. Значит, будем пытаться. Нам надо хотя бы ему снести сколько-то хп. Так, 42 он нам нанес. В ответку. Так, если еще 42 нанесет, будет плохо. Так, ну первая рана есть. Это у нас очки перемещения на 1. Вторая. Наук нельзя использовать приказ. Сейчас он может сюда подойти и лучше, ну, своей, с чем-то, чем у него там, что у него. Сгусток магии. Может снести все стены нам. Это будет очень хорошо. Здесь мне явно кажется, что мы промажем. Лучше этого-то снести. Ладно, посмотрим, промажем, так промажем. Не промазали, хорошо. Да, чуть-чуть осталось, у него будет вторая рана. Даже, может быть, убьем. Так, хорошо. Убили.
Так, тогда очки действия используем. Пять. Так, здесь огонь у нас чуть слабее. Зато есть еще яд. И так бы умер. А это, кстати, еще не последнее. Обычно пятый ход это последний. То есть что здесь пишут количество. Сейчас еще набегут. Ну да ладно. Я просто начал все банки уже израсходовать. Так, это ничего, собственно, сделать не сможет. Это тоже. Так, ну ждем тогда. И походили. Первую панику, да, навели. Так, что ход, значит, у нас последний. Сейчас как у нас рассвет стал позже проявляться. Так, собственно, диагональ. Так, поэтому хорошо было бы убить с отсечением. У нас отсечения здесь вообще нет. Так, яд. А, ну яд на него пока действует, пока он заряд не сделает. Или нет? Нет, иммунитет у него уже есть. Он уже сделал заряд. Яд уже без толку. В принципе, все без толку. Сопротивление 100%. Нужен маг. А, не, маг уже здесь не поможет. Единственное, от него надо убегать. Можешь сюда подойти. Так, ну по-любому она может нанести урон. Сейчас у нее заряд уже есть. Это будет такой серьезный урон. Надо куда-то прям далеко убегать. Может прям туда залезть. Наверху постоим. Интересно, я для нее считаюсь, как это вне обзора. Может быть, в меня стрелять не могут? Бонус никакие нет. Не пишут. Но, скорее всего, сначала башню будет снимать, потом я остаюсь на земле. Меня добивают. Как-то, наверное, так. Так, 20 у нас одиночка работает. Этого пока в первый ход не трогаем. Этого тоже пока не трогаем, здоровяка. Эти маны все закончилось. Внезапно. Подойти насколько на 3 клетки могу. Не промажем. Так, ну возвращаемся, сейчас как-то будем с этими воевать.
Значит, ману уже не тратим. Очки действия. Так, это куда-то запульнул что-то. У него был заряд, и он вместо этого, видимо, сделал приказ, наверное, на кого-то. На вот этих двух, что ли. По всей видимости. Не, ну сгусток он должен был сделать. Если бы он его не сделал, то у него заряд бы остался на нем, скорее всего. А нет, заряд действует два хода. Ну ладно. Сейчас можно будет, конечно, дебафнуть, а смысл? Сопротивление снять. Только на 30. Смысла в этом мало. Можно два раза, когда будет 60. А если бы тем сделали, мы еще перемещение можем кинуть. В принципе, тот может два раза накидать. Ладно, это в принципе пока не к спеху. В принципе, мы его просто можем вообще убить, да и все. 15 сопротивления. А у кого у нас 100%? Еще ни разу не прокачали. Еще ни у кого. Но все равно маги лучше справятся. Все отлично. Проблемы меньше. Так, ладно. Те с уклонениями. Эти и там, по-моему, двое. Ну, хватит, наверное. Так, 9 врагов осталось. А здесь трое. Еще вот здесь один еще выйдет. Так, 8. Где-то еще выйдут. Отсюда не вижу. А что не отсюда? Прям в спину. Может, здесь где-то выйдут. Так, в любом случае мы, наверное, пропускаем, да? Сделать больше пока ничего не можем. Это только может отойти. На всякий случай. Да и это, наверное, тоже. Так, снизу ушли. Сделаем, опять же, сопротивления различные. Значит, будем так обить плохо. Сопротивление 81. Сопротивление мы уже никак не пробьем. Маг у нас, в принципе, может добежать. Побить.
целом хорошо. Тут слишком далеко. Всякий случай на себя используем, потому что там вроде как тоже надо их часто применять. Вроде как. Так, можешь пройти большую дистанцию. Иммунитет тебе. Вообще по всей локации пробежался практически. Ускорить его больше не получится. Чуть-чуть не хватает. Так бы сейчас нанесли 1500 урона. Так, где последний? Последний здесь. Пора отдохнуть. Так, согласен. Так, все взяли уровень. Никто не погиб, очки здоровья не потеряли. Все хорошо. Сколько их уже примерно наступает? 100, 200, около 400 уже нападают. Ну, первый уровень, да, паники получили. Поэтому бонусы мы не получили. Ну, ладно. Сейчас еще на 400 у нас уйдут материалы на починку. Так, держать. Так, почему аж... А, из-за этого? Да и ладно. Нам... А, это показали нам наоборот, что туман отошел. Очень далеко он отошел. Я предполагаю, сейчас зажгутся вообще все. Не, ну в принципе, если они даже все зажгутся, но у них будет по 10 хп, то нормально, я согласен. Если они все зажгутся, у них будет по 100 хп, тогда это не пройти. Так, что нам? Новые слова. Добро пожаловать в Оракулум, капитан. Слишком много совпадений. Каких совпадений? Что ты не умер? Что цивилизация выжила благодаря тебе или несмотря на тебя? Может быть, все эти разрушения к лучшему? Ты подумай, ты же пробудил божественные силы, и теперь может начаться новый мир. Разве это не прекрасно? О, отец. О, отец. Нет, о, дочь. Так, что мы берем? 8000 у нас есть. Мы берем. Смена предметов тоже было бы прикольно. Так, наверное, больше вероятность найти редкий. Ну, для последующих это будет полезно. 8500. Так, а вот здесь уже подумаем. Все-таки 2500 мы, наверное, сейчас потратим куда-нибудь. Дозорные нет. Ловушка убойная. Конечно, интересно было посмотреть, сколько она наносит урона. Тем более, если мы ее возьмем, может, следующее что-то раскроется. Так, можно новый эффект, наверное, взять. Давайте протестируем. В принципе. Меняет расположение и состав врагов. У меня пока нет прям таких неприятных врагов, которых прям бы я не хотел видеть. Кто дается, тот дается. Ладно, обойдемся. Так, маны можно взять. В начале игры это хорошо, плюс 3 маны. Под конец, конечно, уже не очень важно. Хотя вот это было бы лучше. Плюс одно восстановление маны. Ладно, не будем вообще париться. Так, вот опыт, кстати, тоже полезно. Не будем париться. Качаем это. Больше редких предметов. Ты ничего не говоришь. Так, ну, собственно, в первую очередь мы собираем материал, конечно же. Во вторую ремонтируем все ловушки. Здесь пойдут на нас со всех сторон, да? Со всех сторон еще очень-очень много. Так, тогда нам по-любому надо прокачать
Точнее, всем восстановить ману. Так, в принципе, все мы восстановили. Сколько у них свое общее восстановление идет? 8, 12, 15, 8, 14, 21, 8. Все, как-то я смотрел, какого-то у нас лучика вообще практически не было. Или у мага. Первого, по-моему, лучника вообще не было маны. Здесь как-то раз, и как бы как-то ее много. Надо сейчас посмотреть будет, сколько у него было. Как-то уже смысла нет всем давать. Мне кажется, они должны были меньше восстановить ман. Как минимум, лучница, по-моему, вообще осталось там 3 или сколько-то маны. То есть она должна была получить свои 8. Допустим, было бы 10. 12 мы дали. А может, мы еще это, здесь еще, может быть, дали? Тогда ладно, тогда подходит. Ну ладно. Тогда и смотреть нечего. Так, прокачиваем. Лучница. Так, черты больше не дают, да? Максимум. Хорошо. Так, шанс крита не надо, наверное. Меткость, в принципе, тоже не надо. Урон. Урон плюс 10. Это хорошо. Сейчас в целом, конечно, расчетливость тоже хорошо действует. Надежность. Можно, в принципе, взять и надежность. 20 есть. Так, лучник. Меткость. Урон. Так, урон плюс 10. Дальность навыка. Маг. Здесь только если меткость, либо сопротивление. Просто крутанем. Да, отлично, сейчас бегать придется. Очень-очень много. Ну, наверное, крит взять. У тебя хулиган есть. Лучник 3. Так, получается у нас последняя черта, да? Здесь какая? Девятая. Максимум 10. Нет, то есть на 11 мы еще получим. Да, то есть мы на 10 еще на... Ну, правда, это последняя уже, последняя ночь. Мы уже не получим. Так, ну я думаю. Сопротивление есть 30. Можем еще порезать. Ну, в принципе, если у них будет 70, мы 30 порежем. 40 останется. Потом минус делится пополам. 20 останется. Я думаю, наверное, хулиган будет прикольней. Возможно. Как бы критовать. Более у нас есть взрывная реакция. Наверное, хулиган... критануть. Так, меткость. Вот меткость под вопросом. Может быть и меткость. Так, либо урон. Попробуем вытянуть. Нет, не вытянули. Так, очки перемещения. Пускай бегает. Плохо. А, все. Так, плохо. Нам, в принципе, это все не нужно. Вообще ничего не нужно. Пускай будет просто зелененькая. Так, это у нас лучник 4. Так, ну я думаю, сова, наверное, если у нас сейчас затянется бой, наверное, хорошенько. Очки перемещения. Так, плюс 3 у нас будет лимит 17, то есть одно будет лишнее. Либо снижение сопротивления. Либо урон. Давайте просто урон, чтобы не париться, у кого там сопротивление больше, меньше. Просто плюс 5 или крутануть. Смотрим, что здесь. Так, урон с полудара.
нас 89, будет 95. Это полезно. Собственно, тогда... Тогда надо снижать сопротивление. Там по цепи все равно у кого-то будет сопротивление. 44. Так, следующий маг. Так, вот магу, наверное, мы это... Хотя, наверное, хулиган будет опять же лучше. Я думаю, маг тогда может вообще без сопротивления бить. А нет, без сопротивления не получится. А нет, здесь же написано, тогда полностью игнорируют. Да, это у нас 50%, это у нас снижает по-другому. Точнее, снижает так же, но... Если атака наносит магический урон, эффект этой черты накладывается на свойство урона и позволяет их проигнорировать сопротивление полностью. Да, то есть это только к магам относится. К магическим атакам. Хорошо, пусть будет из критов, но зато будем вообще игнорировать сопротивление. Это маг 2 у нас. Запомнить бы. Так, здесь тогда урон, наверное. Либо меткость. Давайте меткость возьмем. Так, ну отсечение хорошо. Ну, возьмем расчетность. Под конец все равно там все почти продебафаны. Так, сначала сюда сходим, посмотрим, что нам надо отремонтировать. Стены еще какие-то. Стены надо еще построить. Сколько дверей снесли? Одну. Так, со всех сторон. Со всех сторон. Много. Так, вот я думаю, предметы. Предметы вряд ли я уже буду брать. В принципе, как сейчас есть, меня особо устраивает. Сейчас мы здесь еще много наберем. Наверное, надо все-таки на материалы. Два предмета. Это гора трупов. Это ж не эти, не эпичные. Поэтому пускай материал тоже будет. Так, может, провидеться еще что-то взять. Представляет точные сведения о расположении врагов в грядущем нападении. Давайте возьмем. Здесь прям по центру. Ничего не изменилось. А, вот это показывает. Я думал, вот эти именно должны показывать. Вот, то есть отсюда пойдут. Оттуда по диагонали пойдут. Отсюда, отсюда. Отсюда, отсюда. То есть вот здесь сверху, в принципе, никого не будет. Кроме как здесь. Так, хорошо. А раньше я как-то один раз использовал. Там, видимо, просто была одна по центру. То есть, поэтому я вот этих маленьких-то и не видел. Или я не знаю, или вот это означает, что отсюда не пойдут. Возможно, пойдут только от маленьких. Вот здесь показано. Чуть-чуть видно. Не убрать. А, убрать можно. Отсюда пойдут. В общем, пока неизвестно, вот эти у нас показаны. Как бы отсюда пойдут или нет, прям по центру. Возможно, нет. Возможно, пойдут с этих стрелочек только. Трон. Подножие трона. Неуязвимость. Если, наверное, кто-то выйдет. Кто у нас босс? Это просто босс. Я раньше думал, что именно такой выйдет, а нет. Всегда разные. В предыдущий раз я смотрел, и вышли дриады. Так, знать бы, кто ты такой. Это, по-моему, которого 1800 хп. Типа мясник или кто он там. Это зажженные вроде как. Это которые бафают. Эти летуны, крылуны. Это топорщики какие-то там. С хорошим полным щитом на 110. Вот головастики. А это которые другие летающие. Что-то они там делают, бафы, по-моему. Так, и бегуны. Ладно. Так, что еще делаем? Ну, замедляшки. Ну, поставим, вот они отсюда идут. Мы знаем, что они отсюда пойдут. Там много здесь замедляшек. Отсюда, не знаю, пойдут, нет. Надо смотреть. Отсюда кто-то пойдет.
Это, конечно, хорошо знать, откуда они пойдут. Но неизвестно, где зажгутся чаши. Здесь как вроде как стрелочка показывает, что здесь, видимо, мало пойдут. А вот здесь типа много будет. Думаю, даже можно оглушалки поставить. Бы нет. Нет. Все-таки нет. Не знаю, пойдут здесь, нет. Допустим, так одну просто поставлю, чтобы не забыть, что здесь стрелочки были. Здесь мало. Кстати, возможно, пойдут. Потому что здесь стрелочка намного больше. То есть отсюда больше народу пойдет. И отсюда тоже. Так, тогда надо заставить. Промазать. Заставил. Так, один рабочий остался. Куда тебя? Давай броню. И можешь забрать еще материал. Так, хорошо. Смотрим. Награды за ночь. Или. В принципе, это все, что осталось. Так, золото надо сначала потратить. Я сначала на краске. Ладно, небольшой перерыв. Продолжаем. Так, но надо смотреть, правда, я не знаю, что нам брать. Что-то как-то уже все это так спонтанно, вроде как у нас все хорошее есть. С другой стороны, вроде как не все. Так, здесь многоцельность есть. Но у лучника урон цепного удара есть. Здесь дальность навыка. Я уже, в принципе, привык как есть. Здесь снижение сопротивления мы кому-то дали. Второму магу. Короче, будем брать чисто на продажу. Очки действия есть. Так, вот это надо будет посмотреть. Это надо еще каждый раз заходить сюда, как-то это все. Это на продажу, это посмотрим. Чтобы потом путаться. Так, здоровье, урон, допустим, не надо. Здесь у нас не надо. Здесь у нас не надо. Берем просто по цене. Так, 71. Так, у меня первое стоит что? То, что на продажу, правильно? А нет, наоборот. Да ладно, это тоже пас или нет. То, что на продажу будет первое, а это мы посмотрим. Да, я так понимаю, больше будет предметов именно на продажу. Так, короткие луки вы явно нам никому давать. Стальной пистолет. Так, ну стальной пистолет у кого-то есть, но опять же... Опять же, конечно же, нужно смотреть. У кого что там есть. Так, у этого есть стальной. Так, у этого обычный. Ну, вот, допустим, здесь урон больше. То есть, в принципе... Там бонус какие-то мы подбирали. Я, в принципе, там тут просто урон. А с этим у него будет урон. А даже меньше будет. Получается 8% лучше, чем плюс 10 базовый урон. Хорошо. Ну, там еще надежность. А, ну если на максимально. А если на максимально смотреть, то у нас первый лучше. Опять урон. Короче, не будем париться. Просто смотрим, что у нас можно продать дороже. Ну, именно там. Здесь-то посмотрим. Это не надо. Дальность навыка 2, но это арбалет. Арбалетов у нас ни у кого больше не осталось. Так, хорошо, цену. 54. Там потом вот что в этом покрутим. В лавке что-нибудь пособираем. Так, меткость сопротивления. Тоже смотрим просто по продаже. Так, здесь стрелковый плюс 12 урон. Так, ну тогда можно посмотреть. Очки перемещения минус.
в целом даже для мага второго уже хорошо. Хотя у него стрелковый. Очки перемещения. Не, ну это еще кому-то можно дать, если что. Шанс крита. Урон плюс 9. Возьмем вот это. И отложим на проверку. Так, серебряный пистолет, малый арбалет, мифриловый малый арбалет плюс 4, 2 дальность. Так, это можно посмотреть. Собственно, нам не годится. У второго, в принципе, там плюс 6 урон. Так, ну слева у него получается лучше. Потому что базовый урон больше. Там плюс 6% урона, но он действует на остальные. В принципе, можно, да, 2 дальности цепного, тем более у него цепной 100%. Будет 9. Так, хорошо. Тоже отложим. Так, ружье, длинный лук, пистолет плюс 5. Дальность цепного удара. Опять же, это, кстати, хорошо лучнику, вот как раз во вторую. А, здесь у нас дальность цепного удара 2. А там... там урон цепного. Так, а у кого еще у нас цепной есть? Такое-то, по-моему, только одно оружие может иметь. Такое-то 2. Можно сюда. Так, что у тебя с цепным? 95%. 4. Урон уменьшится. Так, хотя урон цепного еще плюс 5 дают. Как раз-таки будет 100%. Давайте пистолет возьмем. Так, броня. Очки перемещения, шанс крита. Уклонение. Отсечение, слежка. Здесь просто по цене. Блок сопротивления. Шанс крита, меткость, надежность, блок. Вот это еще можно посмотреть кому-нибудь. Так, значит, это мы все продаем. Теперь смотрим то, что мы набрали. Так, сразу посмотрим на лучников. Так, малый арбалет. Так, это у нас получается третий тоже с одним набором. Значит, малый арбалет. Можно, в принципе, и сюда посмотреть. Мы сюда, наверное, не планировали. Хотя нет, здесь урон меньше. Так, значит, мы планировали на четвертого. Но это вместо пистолета. Либо пистолет этому дать. Получится в целом лучше. 100% будет. Допустим, этот пистолет мы поменяли, это возможно на продажу. Так, вот второго мы, наверное, вряд ли будем менять. Мифриловый. Хотя можно вот на это поменять. То есть просто прибавится. Урон, правда, уменьшится. Прибавится восстановление здоровья, которое нам не нужно. Либо сюда. А вот, по-моему, сюда мы и собирались его взять. То есть у нас урон получается больше. Дальность снова еще дальше. Было 8, станет 9. Да, именно так мы и собирались. Так, тогда этот мифриловый можем посмотреть. Прям с первого начать. Так, здесь многоцельность. Потому что 79%, поэтому нет смысла ему давать дальность. У второго 100%. 100%, то есть только что мы его поменяли. Третий 97%. Ну, будет плохо, если мы поменяем. Будет плохо. Так, у четвертого 100%. Там меткость идет. И очки действия. Да, точно не меняем. Так, ну и все так оставим. 9. Так, это продаем. Остается у нас доспехи. 2 доспеха. И штаны.
Так, здесь у нас очки действия, меткость, стрелковый урон. То есть, опять же, надо на лучников смотреть. Так, стрелковый больше. Брони плюс 100. Очки действия. Так, а у нас у этого 100. Меткость 14. Так, у кого сколько там? Вот у этого слишком мало. Поэтому, наверное, мы сейчас отдадим. Пускай у него будет хотя бы 7 очков действия. Меткость чуть повыше. Так, а это кому можно дать? Меткость стрелковой. Ну, в принципе, вот сюда можно дать. Как бы очки перемещения, ладно. Зато будет урон и меткость. Либо четвертому. У кого больше отсечения? У четвертого. Здесь, походу, четвертому даем. Меткость будет еще больше. Так, а это можно или не надо? Это продаем. Так, вот это еще посмотрим. Вот как раз кит, наверное, мы дадим этому. Урон плюс 12, стрелковый, шанс крита. А у нас у четвертого больше шанс крита. Тогда это, наверное, мы даем четвертому. 64%. А это мы даем третьему. Это продаем. Так, а здесь у нас меткость, шанс крита. Так, опять четвертому, если дать, было бы хорошо. У него такое есть. Примерно. Тогда смысла нет. Смысл есть дать тому, у кого меньше меткость. Так, у этих уже очки действия различные. Здесь урон цепного. Опасно что-либо менять. Так, меткость 20. Очки действия. Так, ну либо вот этому все-таки. Меткость будет больше на 9. Шанс крита на 1. Урон стрелковый 138. 137. В принципе, урон сильно не теряется, зато меткость больше. Не теряются очки перемещения. Ну и ладно. Так, теперь, так как это у нас финальный. У нас это ни разу, по-моему, здесь не было, да, в прокачке. Можно было бы взять еще одну сумку. Или мы просто не брали. А, было. Ну ладно. Было. Так, смотрим. Метка, снижение сопротивления, разгон. Критический урон. Сечение. Так, энергия четвертая. И перемещение. Этим две мы возьмем. Это все даже не будем смотреть, что там тебе интересно. Дальность цепного. Дальше. Так, стабильность. 0,4. Я думаю, может, кому-то все-таки это бы пригодилось. На два раунда. Давайте на всякий случай возьмем. Потом, если что, что-нибудь лишнее выкинем. Так, очки действия. Физ урон плюс. Урон плюс 30. Очки перемещения. Метка снижения сопротивления. В принципе, неплохо. Актонс Мак 2. Не, ну меткость, снижение сопротивления. Это будет лучше. Сейчас надо будет посмотреть-то, кому это все-таки додать. Так, начинаем с первого лучника. Так, здесь очки действия не трогаем. Здесь у нас урон... Как это второй? Урон, стрелковый урон. Меткость, в принципе, 34 достаточно. Снижение сопротивления. Короче, смотрим, у кого меньше всего. Листаем, так, меньше всего вот у этого. Снижение сопротивления. Маг первый. Так, здесь дальность цепного удара. У нас 99%. Ну, в принципе, можно, наверное, одну дальность все-таки убрать. Потому что мы все равно на 12 практически никогда не бьем. Постоянно там где-то прерывается.
надежность убавится. Плохо. Зато будет метка снижения сопротивления. В принципе, хорошо. Это можно было бы тебе дать? Кстати, да. 100%. Так, урон какой? 371. 357. Зато лишний такой же удар. Шесть, 179. Максимальный падает, дам урон. Ну, пускай, в принципе, вторым лучником я всегда цепи огня пускаю по полной, потому что я вижу, что 100%, тем более буду, значит, еще 10 раз она пойдет. Так что по-любому, да. Меняем. Так, а вот это уже вряд ли мы кому-то будем что-то менять. Хотя вот уже здесь надежность. Здесь очки действия. Ну, допустим, 379, 405. Ну, тогда это продаем. Так, посмотрим, что мы набрали. Так, здесь у нас получается, так, оставляем урон плюс очки действия. Не хватает, правда, еще очков перемещения, то есть на третью ячейку. Это в будущем, может быть, нам будут попадаться такие. Тут можно было еще третью ячейку забить. Пока у него все нормально. Так, иммунитет мы дадим того, у кого... У кого больше всего дальность. Дальность навыка. Так, у лучника 2. Да как-то не хочется. Нет, не будем ему давать. Так, урон. Урон 5 есть. Зелье энергии 5 нету. Зелье силы. Зелье энергии. Зелье силы такое же. Зелье энергии. Зелье силы. Зелье энергии. Короче, больше у нас зелья скорости ни у кого нет. А, еще у нас еще маг. Второй маг принес, совсем забыл. Так, зелья силы у нас нету. Собственно, зелье энергии. Ну, либо очки перемещения, либо как раз-таки вот ему, наверное, дадим зелье стабильности. Хотя бы один пусть будет с этим. Так, хорошо. Мы тогда все продаем. Это тоже. Ну, больше здесь, в принципе, смотреть-то нам тогда и нечего. Получается, у нас 1000 золота, которые, в принципе, мне некуда деть. Можно, правда, что-то сюда может построить. И почему-нибудь снести и построить. Хотя здоровье нам никому не надо. Обидно столько золота терять. Вначале его не хватало, а теперь лишнее. Эти вроде нам больше покупать не надо. Можем, конечно, полистать. Просто здесь переброс всегда будет 25. Прям много-много можно перелистывать. Так, и швец, и жнец. 9 ко всему. Минус 7 ман, нет шлема. Отсечение, здоровье. 12 шанс. Но сейчас менять прям вряд ли я что-то буду. Костоправ, 12 шанс крита, критически надежность. Шанс оглушения, минус шанс крита. Нет ячейки левой руки. 18% колдун. Магический урон плюс дальность нового удара плюс 15 критический урон. Мана минус 20 здоровья. Либо смотри про самых дорогих, которые у нас 11 уровня. Ну, здесь очки действия хорошо. У нас получается плюс 3. Неутомимость. Плюс 3 и 2 нейтрала. То есть получается у нас персонаж на плюс 3 выходит. Стрелковый. Вот здесь немножко не то. Так, шанс крита минус физический. Так себе. Короче, ладно. Остаются деньги, значит остаются. Я не знаю, куда их потратить. Потратить?
Возможно, сюда не нужно, туда не нужно, сюда не нужно, сюда не нужно. Ну куда-нибудь потратим, пускай, может быть, так еще можно. Три заряда. Может, три раза с одной получать, в принципе. Просто произведем, может быть, нам надо несколько раз улучшить какое-нибудь предприятие. Это мы вообще ни разу не делали. Можно прям 10 маны дать одному герою. Просто трачу деньги. Просто в никуда. Так, хорошо. Это все равно золото еще осталось. Так, расстановка. А, идут со всех сторон. Зажигаться будет также везде. Далеко они все равно не пробегут. Значит. Так, везде по 4, да? Где по 4? А сейчас, кстати, уже не показывают. А, нет, показывают. Откуда идут? Значит, лучник должен быть здесь. Разве с трех сторон будет идти? Скорее всего, отсюда больше всего. Пока тебя оставим здесь. Второй лучник будет здесь. Маг будет где-то здесь. Третий лучник где-то здесь. Так, здесь тоже, по идее, много пойдут. Как-то так.